что это было? Что это было за включение? Вообще красотень, не могу я в восторге реально. Посмотри, что это за шрам такой вертикальный. Так, не знаю, прервалась запись, не прервалась. 2 апреля 2020 год, Харьков. Луна на расстоянии 370 тысяч километров сейчас от Земли. И приближается к ней. Скоро будет в Пиренее, то есть на ближайшем расстоянии по орбите. Ох, красотень! Значит, сейчас средние стоят, заводские экспозиции, настройки. Звезды лучше снимать при низких, как я выяснил, экспозиции. А вот Луна все-таки покраше выглядит на средних. Так, еще раз пробуем снимать Плеяды и Венеру, мало ли. Упс, не падать. О, я вижу Плеяды, прекрасно, прекрасно вообще. Слушай, это все-таки, наверное, сегодня более чистое небо, и поэтому тут дело даже не в экспозе. Да что мне экспозе? Не в экспозиции, не в ИЗО дело, а в том, что дымки меньше сегодня в небе. И фотоаппарат начал как-то так более-менее одупляться. Автофокус. А может, это потому, что я поменял все-таки автофокус с перманентного на покадровый. Ну да, вот даже и фазы чуть-чуть видно, даже при заводских настройках. Ладно, сейчас попробую еще раз при низших значениях ISO поснимать. Так, глядишь, и опять МКС дождемся. Что там тех 90.